чтобы мы пришли к тому самому великому прославлению, которое будет там на небесах. Написано, увидели великое множество народа, что никто не мог посчитать. И ангелы, и эти старцы, все поклонялись Богу, все прославляли Бога, восклицали славу и благословение Господу. Благословит нас Бог. Мы были в этом хоре, мы были в этом числе, и не только мы, наши семьи, наши родные, наши ближние, и еще многие, которые в темноте. Пусть благословит нас в этом Бог. Слава Богу. Но дойти туда, потому мы собираемся здесь, потому мы собираемся в собрании, исследуем Библию, проповедуем, даже вот псалмы поем, тоже проповедь своего рода. Зачем? Чтобы приближаться к Богу, утверждаться в истине. Пока брат Бесо говорил о взаимоотношениях с Богом, они не должны меняться в плане компромисса. Правильно. Но я бы еще чуть-чуть добавил. Они должны меняться, чтобы были более крепче. Ближе. Вот это вот близость к Господу. Опыт общения с Богом. Брат Бесо вспоминал Даниила. Вышел указ. И несмотря на этот указ пугающий, Даниил как прославлял Бога, так и продолжил. Почему? Это была его не просто жизненная позиция. Это его жизненная необходимость. Это было естественно его в жизни. Да, если он будет прилюбить, когда ты любишь кого-то, ты хочешь иметь с ним общение. И это общение никогда не надоедает. Даниил любил Бога. И потому продолжил прославлять Бога. Господь благословит нас Бога. Чтобы наши взаимоотношения с Богом была наша жизненная необходимость, исходя из нашей любви к Богу. Просто необходимо. Как ты дышишь, это необходимо тебе. Вот чтобы такая необходимость была у каждого из нас. Последние несколько проповедей я говорил о сердце. Больше всего хранимого храни сердце. Мы в прошлый раз говорили, чтобы не заботиться ни о чем. Но всегда в молитве прощение, моление, благодарение. Открывай свои нужды пред Богом. И мир Божий. Который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши, тайцарств, и помышления наши. Это такое доверие Богу. Это не безразличие своим нуждам или нуждам ближнего. Это знание от Бога. Это доверие Богу. Это когда ты полагаешься на Бога. Потому что ты знаешь Его. И это вот это место. Она стимулирует нас. Или мотивирует нас. Или еще раз напоминает нам о том, чтобы мы росли в познании Бога. Господь, благослови нас, Бог.
და ღმერთმა გაგვთოს. Земной путь Иисуса Христа заканчивался. Тогда цезе ცხოვრების პერიოდი იესო ქრისტეს იმავდა. Да, и синявимле элеонис фазе. И приступили к нему ученики. Там его ходен мас моцахе. Такой вопрос. Да, эсети самит. Из любопытства. Снобис поквалиис гамо. И просто хотели знать. А ну правду, когда тот сонно да. Часто этот вопрос задавали мне. Когда это будет, как это будет? Так шират усвоим я сет ситуацию, что родись икнеба, роди Христос Христа. А Иисус Христос мосвиш. Восхищение церкви. Экклезия дацеби шесахе. Я сказал, я не знаю. Да, мне утхарио, но я вици. Не спрашивайте меня. Да, шебе кихот. Я знаю одно. Меня вици. Петр говорит. Петр Якус. Почтитесь явиться неоскверненными и непорочными от этого. Да, ეცადეთო, წარუდგეთო, შეუცხვენელიო ამ წუთის სოფლის გამო. Старайтесь отдаляться от этого мира. Если შეეცადეთო, приближайтесь к Богу. მოცილდეთო ამ წუთის სოფელსა და მიმოახლოვდეთ ღმერთს. Будьте святы во всех поступках. Да, იქ არის ესეთი რჩევა, რომ იყავით წმინდა ყველა თქვენს ქმედებაშიო. Учите. Но скажи нам. Да, მაგრამ მოწყარო, გითხარი, вот как это будет. Როგორ იქნება ეს? Когда будет? Родись и как бы признак твоего пришествия. Да, роботы нишали икнеба, шени мосуи. Иисус говорит. Да, Иисус амбос. Берегитесь. Тхилат и кавит. Берегитесь, чтобы никто не простил вас. Да, тхилат и кавит, да и тхизлето. Берегитесь, чтобы никто не простил вас. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Радган бевры мова, чем сахарит, да и твоян ром христиан, да бевры шец тебао. Да, ай, როგორი სამწუხარო. Многих прельстят. Рум бевры шецтеба. Многих обманут. Бравос шецтеба. Многих уведут. Бевс айкванено. Вы берегитесь. Магам ткани шкизы. Чтобы вас никто не обманул. Рум аравинар могат голос ткани. Братья и сестры. Да, да, вот это мы. Мы здесь не случайно. Чой нам шем ховит арварт? Я не имею в виду только в доме молитвы. Меня вам сказали, что вы холоте саутсам сахи. Времена? Дро сроки дажами и пределы обитания человека. Да, адамиан из хоробис периода. Определил Бог. Განსაზღვრა ღმერთმა. Он дал нам время, в которое родиться. Это его, его власти было. Ман могца из дро, რომელიც უნდა დაუბადებულ. Не в нашей власти. Эс мисс. Не во власти наших родителей. Да, ჩვენი მშობლების ძალაუფლებაში царит. Как зай, где мы родимся. Ром родись да садави мадеби. Кто родится. Вин дайбадеба. Это Бог определил. Амас ღმერთი განსაზღვრავს. Это время наше. Эс ჩვენი дроа. Вот каждое время церкви, да, овели дрой, глесиешь, она имеет свои трудности, о, дроса, кстати, сидели, и свои положительные стороны. Да, там всегда не будет ухалеть. Вот буквально несколько десятилетий назад, ну, ай, рандеми, чуть от... больше двух десятилетий, ну, около трех десятилетий. Рандеми сами от улицы, не могу сказать. На церковь было страшное гонение. Эглесиаши, вот они сашинели дымна, эглесиаши. Вроде, вроде опасный период. Да, титко за сашиши период. Но для верующих, вот ясен был виден враг. Это подстегивало верующих. Да, эс гадам кицем да мать. В бодром состоянии. Больше приближаться к Богу. И минус был, и плюс. Да, а я как минус и цикл заходит. Макрам тхэс. Посмотришь, благоприятное время. Шехэдам роа и кэтэн сасун вэгэ дру. Клини открытый. Ай, арабелия. Никто не выгоняет нас. Арабинар гуденис. Мы свободно собираемся. Цэй тавису платвы клибэбит. Никто не отнимает у нас Библию. Арабинар гуартвэс Библиэс. Не то, что Библию. У нас у телефонов этот Библия есть несколько переводов. Марго Библия гэра, телефонов шиц Библия гуак, рамдэни бэтхан гуак. Дома несколько переводов Библии есть. Да, сашиц рамдэни бэтхан гуак. Пожалуйста. Да. Вроде хорошо. Инфоза гарни. Но знаете опасность этого времени? Маграми титражия Сачи Шроева, Дройс. Нет такой нужды в Господе у людей. Румубе, а да не адрес, а как тебе в эту пахи? Не-не-не, такой нужды нет. А ну и сети Сачи Роева, а да? Вот это. И сети на улицу. Нужда есть, но не в такой степени, как было раньше. Да, там Сачи Роева, а да? Что мы как сети видим? Врага. Интерлевхай дам. И знаете, как бы засыпает. Да титко сдача вредина. Это опасно. Эса чешия. Вы знаете, что происходит в такое время? Да иди как-то там, а сетрос. Взаимоотношения с Господом.
Уртиертобები ღმერთთან слабеет. Сустდება. Много времени. Бევრი დრო занимает суета. Бევრი დრო მიაქვს ამოვებას. На Библию. Та Библиас не остается время. Библиистვის აღარჩება დრო. И знаете, что происходит? Да и ти трактеба. Для тебя შენთვის Библия теряет свой авторитет. Შენთვის Библия კარგავს თავის ავტორიტეტს. Ты отдаляешься. Чем шордеби мас? Он говорит, чтобы никто не прельстил вас. Да, ай, ну, арамидан могат уйлос. Чтобы никто не обманул вас. Ну, арамидан могат уйлос. Шеганстилос. Вот прельстит – это процесс. Да, ай, смотвеля, без айс процесс. Мы живем в это время. Чем схоро там дрожь? Когда вот это вот учение бесовское. Родесец из Эшмакурис Сангабеги. Желают обмануть нас. Помните, апостол Павел пишет Тимофею. Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. 4 глава 1 стих. Холо сули карковит амбос, ром уканасхнел дгэбши зогиертеби гамдгебиан цменисган, даунжеребен мацтур сулебс да эшмакта моцгуребс. Будут внимать, будут слушать. И даунжеребен моусмене. И не просто слушать. А принимать вот эти учения бесовские. Знаете, вот это слово «учение», оно имеет такое значение. То, что приятно для человека. То, что удобно для человека. Даже может коснуться как-то сердца, растрогать его. И вроде по твоей культуре оно может подойти. По-человечески очень хорошо выглядит. Но в своей сути. Там обман. И карест уйм. Который уводит тебя от Библии. Румасец Михаил Харшин Шорс Библии. Потому написано, многие отступят. Потому написано, многих христиан. Почему? Потому что потерялся авторитет Слова Божьего. Имитом ром дайкарга физикус авторитети мелкости. Потерялся навык. Да, дайкарга эскамонстилеба. Навык различать. Камонстилеба эмсаруга. Правильное, неправильное. Расцовый, да, расцовый. Доброе, злое. Кэтили, да, бороди. Хорошее или плохое. Агитацу. Теряется этот навык. Да, и как еба. Навык различению доброе и зло. Эскамонстилеба эмсаруга. То есть навык различению, что хорошее, что плохо. Свойственный совершенный. То есть те, которые растут в общении с Богом. Которые растут в Библии. Берегитесь. Чтобы никто не простил вас. Простите, обмануть. Это длительный процесс. Вот. Когда мы читаем пророка Даниила, характер антихриста там вырисовывается. Он придет, говорит, без шума. И лестью завоюет царство. Лестью. Лесть то, что тебе будет приятно. Приятно для твоего слуха. Вот это сильное оружие. Это оружие дьявола. В Эдемском саду еще. Даниил, я прочитал и так перевести. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью. Да, и свинц арасолад икцева уахтхмиз мехадю, то есть мизи да сон мацтуло бидо. Слышите? Нечестиво к завету. Эти ги из свинц арасолад икцева джуз. Оно оставил завет. Усин бисот икцева. Оставил слово Божье. Да, мият омах мерти сит мадам джуби. Авторитет слова Божьего для него потерян. Да, авторитет их мерти сит мистюс да сакуми. Способность рассуждать. Да, унари ром им шелус. Потеряно. Поэтому он привлечет их лестью. Да, амитово исо мацтуробито мизи да сомато. Но люди, чтущие своего Бога,
ხალხმარცული ენით მიიპყრობენ ამ ქმის მიმართ უკეთურებით მოქმედ. თავისი ღმერთის მცოდნე ხალხი კი სიტკიცეს გამოჩენს და იმოქმედებს. Аминь, что? Но люди, ждущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Хо, адамიანები კი გამკიცებიან და იმოქმედებენო. Хо, а из ღმერთის მცოდნე ხალხი კი სიტკიცეს გამოჩენს და იმოქმედებს. Ну, слушай, знающие это одно и то же. Ну, интересно, да? Они усилятся. Исини გამკიცებიან. Йо, сегодня, мои дорогие братья и сестры, Что нам необходимо, чтобы нас не пустили, чтобы мы не были обмануты вот этой либеральной теологией, угождающей плоти человека, что нам необходимо и как это сделать. Бог сотворил человека. Ахмертва шепна адами. Он знает человека. Исицно садамиас. Он знает нашу внутренность. Мамити чуэнши сина, наши мысли, чуэни були, чуэни асалэпи. Нашу нервную систему. Чуэни нервную систему айцис. И говорит нам. Так говорим, чуэни. Через священное писание. Цеминга цагалем сина, чуэни. Вы помните первый псалом, что говорит? Так, а с утра сам успел Александр. Блажен муж. Не Дарья Кац. Который не ходит на совет нечестивых. Робили царь Дарья Суиду Тота Кремуса. Не стоит собрать на пути грешников. Ад газ цонду так зазы. Не сидит в собрании развратителей. Да, ад газу, ар зис у джулата кремуши. Но блаженство не только в этом заключается. Магрэм не дарева арам холу дамуши. Что не ходит на совет нечестивых, что не сидит в собрании развратителей, что не сидит и не стоит на пути грешников. Дальше написано, что в законе Господа, воля Его, и о законе Его помышляет день, не удачи. Послушайте, это псалом Давида. Я думаю, это его свидетельство. Это свидетельство его жизни, его взаимоотношения с Богом. Человек, который хорошо знает принцип, принцип Божьего повеления. Он знал, когда Иисус с нами стал вождем народа. Бог обратился к нему и сказал, вот как я был с Моисеем, я буду с тобой. Вот куда ты не пойдешь, ты завоюешь эту землю. Я с тобой. Но вот что условие для тебя. Вот книга закона. Да не отходит оно от уст твоих. Но поучайся в ней день и ночь. Поучайся в ней день и ночь. И будешь поступать благоразумно. И будешь успешен во всех путях. Очень важный момент. Да не отходит оно от уст твоих день и ночь. Поучайся в ней. Это принцип взял Давид. И вот посмотрите, если Давида посмотрим в юношестве, какая перспектива жизни была у него. Он пастух. Что он мог? Пасти овец отца своего. Хорошо играть. Имел хороший голос. Хорошо пел. А как относились к нему в семье? Магра Богори да мог и да более вали, он и с ним отточаш. Помните, Самуил пришел? Как суд тот Самуил, да Самуил? Я говорю, жертву принеси, жертву соверши. А им сколько пошел? Я должен благословить. Да, да, он давал кулку. Я говорю, где твои сыновья? Да, сада не едушим. Всех вывел, кроме? Клэна мой хвада, кроме Давида. Кроме Давидиса. Помните, когда он пришел, когда войско филистимское, филистимляне стояли против израильтян? Да, как он написал, Моида, да, Эбрель, Халки, Исраэль, Идга, Филистима, Тацина. И когда Давид появился, да, вот если Давид и Гаму читал, что ему сказал братья? Раут Храмас, Мисма, Цва. А? Оскорбительно. И дружное сердце у тебя вообще какой-то... Рагат, чем у нас ухвалился, Павел Храм?
какое отношение в семье было. Это не могло быть, когда были мы одержимы мыслями. Но он знал принцип. Магрэмань цуда. Принцип благословения. Кухарис принципите. Он размышлял о Боге. Да из микроба. У него было время. Паскунда друго. Он думал о Боге. Из микроба. Он размышлял о Боге. Да из чего? Так в законе Господа воля Его. Да мы сорджуши. И о законе Его размышляет он день и ночь. Да мы сорджузе микроба из пелям. И дальше он говорит. Дальше это какой? И будет он как дерево. Да и хлеба из рабочих. Посаженное при потоках. Да не вели цалис на каде. Лист не вянет. Да ром лист потоли, а ручка. Вот свое время. Да накопи, там есть друзья. И все, что он делает. Да полапери разать сама, это с полапери сама да помнят. Помните, часто в Библии. А да вчера да с Библии. Человека сравнивают с деревом. А мы мясо, а за это берем хес. Дерево как либо худое, а если отсюда, либо добрый. А как я? Сельские люди говорят. А сопрели хакиамус. Когда дерево не приносит плоды. Вот это с хесом. Она заболела. Зигава дали. Болеет дерево. Не приносит. А вот дали сармокс. А дерево, которое приносит плоды? Да, херу мы сейчас. Она здоровая. Из чалсакия. Мы не видим внутренних процессов дерева. Процессы. Но мы видим плоды. Амхеши, макрам хедат накус. И вот когда ты, да и родесет чей, размышляешь на слово Божье, пикром хмертиси. Когда твое желание, родесет чей несу, исполнит волю Божью. А несу общая слово. Когда ты думаешь об этом постоянно, родесет чей намазе пикром каму тебе бит. Это твое основное цель. Да и сет чей тавар мизан. И что-то в твоем сердце происходит. Да рагаться в тебе чей несу. Что-то происходит в твоем разуме. Рагаться в тебе чей несу не пошли. Это слово Божье. Из смерти ситуа. Она оздоровляет твою внутренность. Она меняет твою внутренность. Из сулис шеншина танц. Ты меняешься духовно. Да шеми цулеви сулиера. Внутренне. Шина ганет. Физически. Физикула танц. Помните, больше всего храните сердце свое. Почему? От него исходит источники жизни. Да? В современном переводе. Будьте осторожны в мыслях своих. Потому что от них зависит твоя жизнь. От наших мыслей зависит наша жизнь. Если мы мыслим о чем-то земном, мы теряем мир. А когда мы мыслим, Магрем родесе чуем пикро. О Боге. Хмельце. О Его слове. Миси хвазе. Приходит внутреннее оздоровление. Будисе шина гали. Внутреннее изменение. Данжан сагерба. И он будет как дерево, посаженное у потока хвост. Да, изи кнеба у рогорц хэ, данэр гилицкис на кадэр тан. Бог знает нас. Хмельтик вицнов чуем. Бог сотворил. Бог знает нашу нервную систему. Когда я учился в институте, мы проходили предмет физиологии. Да, физиология с гамбиолит. Изучает центральную нервную систему. Да, самодействие центральную нервную систему. Там, когда есть принцип доминанты. Да, и кажется, это доминанты. Главенствующий. А ну, тавари рагаться. Доминанты главенствующие. Как бы подчиняет себе других. И вот в нашей центральной нервной системе, в нашем головном мозгу, есть определенные центры, которые отвечают за какую-то деятельность. И когда сильно возбуждается какой-то центр, он начинает доминировать над другими центрами. И подчиняет их себе. Да, и молчилец, спойс. Это естественно. Да, если... Это на какое-то время. Рагац гарбовый период. Простой пример. А если это убрало на вы заняты мыслью сделать ремонт дома. Вот кое как то если я зрю, и так как этот ремонт и саш. О чем ваши мысли? Да, разве это кое не пикрепит? Ремонт. Вы взяли журнал? Какие-то картинки. Все видите. Но ваш этот взор вдруг, как устроена квартира или помещение. Вы думаете об этом? Ты хочешь купить машину? А что, не дай, не думай, когда. Ты все-таки определил, какую машину?
Да ты хочешь в город, хочешь в городе, ты видишь множество машин. На знательно какой машине остановится твое внимание? Да? О которой ты думаешь? Да, вот именно с этого, смотрите. Иногда мы не можем даже освободиться от этих мыслей. И нам советуют, что займись чем-нибудь другим, отвлекись, ты вроде начинаешь и не можешь. Это принцип доминанты. Вот этот центр, он возбудился и подчиняется. И даже ночью, день и ночь. Не отходит книга закона от тебя, день и ночь, ты размышляешь. Всем училище. И мы все знаем таблицу Менделеева. Во всяком случае, что она есть. Сейчас память не помню, какие там элементы и сколько. Но что она есть, мы знаем. Вы знаете историю этой таблицы. Около 20 лет Менделеев собирал материал создать таблицу. Последние 15 лет говорит, очень интенсивно. И вот пришел момент, когда эти знания накопились, и он чувствовал, говорит, я чувствовал, что вот-вот, говорит, она уже, говорит, как бы выйдет в одну систему. Я своими словами. И когда я пришел к этому состоянию, я был возбужденный. И в течение нескольких недель я спал урывками. Вот бывает так, вот ты, вот вроде мысль приходит, вот ты ее хочешь сходить, она убегает. Вот рядом, ты хочешь сходить, она убегает. Так и у него было. И он говорит, однажды утром, после бессонной ночи, в кабинете, я просто прилег на диван. Не переодеваясь. И заснул. Послушайте, он был занят сильно. Был возбужден. Он был одна мысль составить эту таблицу. И когда он заснул, я говорит, во сне ясно увидел всю эту картину. Кто-то говорит, заснул и увидел. Нет. Около 20 лет напряженного труда. Последний период сильного возбуждения. Бессонные ночи. Принцип доминанты. Было подчинено все одной цели. И пришел период, когда он вас не получил результат. Это принцип сейчас определяют там физиологии. Да, это из принципа, да, мы сказали по физиологии. Кто сотворил человека? Кто ему сказал? Да не отходит книга закона. Да, ну мортир дебар джуристичен сбагенцо. Когда ты получаешься. Родисаченца. Ты получаешь это на дна. Чем это было вам гамонстилет? Даже за стакан воды не потеряешь награду. И вот это главная цель. Да, если он там нельзя. Должна быть. Он дает вас там нельзя. Но знаете, есть цель. Магрема размизами. И ты должен знать. Дальше ему дает цель. Пас. Петр говорит. Петриамус. Об Иисусе Христе. Иисус Христе сейчас. Что мы должны идти по следам Его. Самое совершенное пример для нас это Иисус. Посмотрите, Он на небе. И
его мысли выражает псалмопевец. Да, мис азлевс гамохадас ме псалмо. Вот иду, говорит, как написано обо мне в книжной свитке. Да, и ми дива ро, рогоз да цагли он чем зеоцет. Я желаю исполнить волю твою. Да, ме видам ше вас рудошен. И закон твой да, шели, у меня в сердце. Арис чем скунши. Закон твой у меня в сердце. Шели джули, арис чем скунши. А группа пела. Ты лучшее, что есть в моей жизни. Дальше, ты лучшее, что есть, что в моем сердце. И дальше, что было? Лучшее, что есть в моих мыслях. Хорошие слова. Хорошие слова. И вот когда Иисус пришел, помните в беседе с Самарянкой? Ученики пришли и сказали, учитель, мы принесли пищу. Скажи, моя пища. Да, ман утхра, чем и сакове? Есть творить волю. Пославший. Говорит, я пришел не для того, чтобы исполнить свою волю. Ме моведи роче вас уло че ми не бао. Но волю пославшего меня. Че ми не бао кьярао, а на мед ничен каму мам изамнао, че ми мам из небес че за суло. Другом месте он говорит. Да че ми кисамо. Пославший меня всегда со мной. Да че ми каму изамнали, о то че ме нанесо. Радо. Я делаю угодно, я всегда делаю угодно ему. И то ро ме ово твис макете мислю са суло рабацерс. Главенствующая цель. Если товары мизам. Главенствующие мысли. Товары. Если хотите, доминирующие мысли. Да, туги да тро. Иисуса Христа. Доминировали азриам Иису Христа. Было исполнить волю Отца. И хо рум шесу лемля. Совершить дело Отца. Рум шесу лемля мами сакме. Прославить Отца. Так гани дите меня вам. И когда заканчивается его земная жизнь. Да, он десят си тавде вода мисим. Последние свои молитвы к Отцу. Там исполнил предпоследний. Последняя сказал, отче, прости ей. Было сцена вот своего, так было его уполнено. Я прославил тебя на земле. Я совершил дело твое. Я исполнил волю твою. Это было для него главное. Что сегодня главное для тебя? Что сегодня занимают твои мысли? Да, раз у кого-то решение зрели. Как его мысли в душе человека. Да, роговья, зреби, адамьяни слушай. Таков и он. Роговья, цари, и садьяйс. Наши мысли. Чуэни, азреби. Наши помышления. Чуэни, пикреби. Определяют нас образ жизни. Кансазубас, чуэни, цховебис эс. Наше поведение. Чуэнс, кцэлэс. Наши поступки. Чуэнс, наши санкциэрэс. Чуэнс, сикбэрс. Из сердца исходят. Да, гули, дэн, гамодис. От избытка сердца. Гули, си, сав, си, дэн, чем наполнено сердце. Вита, сав, си, Is it но есть доброе сердце. Послание филиппийцам. В прошлый раз мы говорили, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И дальше апостол Павел. Обращается к Тимофею. Мимах там стимулис. Это были следующие слова. Да, эудебашен бексипперс. Но прежде я скажу еще одно. Манадек идем к этому. Когда пела группа пославления. Лодесят сухэва на этого кандидатичку. Брат Сергей сказал. Смазан вот два. Когда мы приближены к этому с Богом. Лодесят чуэну аркумерта не так. Он направляет нас. Ис. Он благословляет. Армартавс, аумартавс из Бабухэц. Если мы послушны, примерно так. Как часто. Так шират. Мои дорогие братья и сестры. Как часто. Правдивно так шират. Мы стоим рядом с благословениями. Гавар, дай, гордит, мы хотим быть послушными. Гвиндару, мы хотим иметь благословение. Гвиндару, мы хотим иметь благополучие. Гвиндару, мы стоим рядом. Да чуем гвердит вас. Мы понимаем. Да чуем гвесмис. Мы видим. Чуем хэдот. Но потому как нам не совсем удобно. Маграм радган чуем прислал мусакер хэбэлиарарис. Мы отодвигаем. Чуем вишовет. Из-за непокорности. Чуем тауморчи на глубине. Не знаю когда. Да, амцарь. Это мне неудобно. Эсэ ухэр хулю. Мы не хотим заплатить цену. Чуем аргуйда гада михадо цапасу. Помните, я в воскресенье попросил. Так, как сот мы куда-то спали? Восхо неделю. Тховец.
воздержитесь. Ром акуэ санобаши. Там шейкавит. Соцсетей. Соцсетей. Ваше времени. Да, я не знаю, кому как получилось. Но времени освобождается много. Когда ты упражняешься, ты получаешь эту духовную рассудительность. Способность. У нас. Навык. Различить доброе. И когда ты слышишь либеральную теологию, когда ты слышишь то, что растит твоему слуху, для тебя авторитет Слова Божия. Ты имеешь способность различить обман и истину. Аминь. И Павел пишет Тимофею. Да, Павел церст Тимофею. Вене филиппийцам. Филиппийцам. И смотрите. Наконец, братья мои. Наконец, братья мои. Да, Болос, чем он смеет. И такое выражение. Что только истина. Ковали вера чешмады Тео. Что только. Анурац чешмады Тео. Истина. Что честно. Что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно. И второй раз он повторяет, что только добродетель и похвала о том помышляет. Два раза он предупреждает, что только вот ваши мысли вот только должны быть направлены, что истина, что честно, что справедливо, да, что добродетель, что похвала. Только об этом помышляет. Как мы часто хотим, Господи, благослови нас. Мы хотим, чтобы Бог был с нами. Это хорошо. Но для этого есть цена. Он говорит, об этом помышляйте. Что видели во мне? Что слышали от меня? Чему вы научились от меня? Павел говорит, то исполняет. И дальше величайшее обетование. И Бог мира. Шуйдобис, и Бог мира там, шуйдобис, будет с вами. И хлеба твой, Павел. Как важно, чтобы Бог мира ровно в шуйдобис хлеб с нами. И хочет чвента для этого должен находиться. Отделение освящения. Галицкогов, гамовеот. Мы должны развивать наше взаимоотношение. Вы знаете, иногда ко мне подходят. Ну, по долгу служения. Ну, кому подойдут? Пастырь подходит. Звонят. Говорит, проблема. Вот какой-то вопрос. Вы знаете, так хочется помочь иногда. Так хочешь помочь. Но не можешь. Не можешь. Не в моей власти. Не в моих возможностях. Не в моей силе. Это за гранью моих возможностей. И тогда ты говоришь. Будем молиться. Помолись. Я помолюсь. И знаете, может быть, для кого-то вот это звучит как отговорка. Да ты не хочешь мне помочь. И потому мне говоришь, помолись. Но это не отговорка. Сколько раз? Вот казалось бы, безвыходная ситуация. Разговаривать, что делать? Я не знаю. Единственное, что могу сказать. Давай помолимся. И когда после молитвы человек получает ответ. Меняется. Он укрепляется. Практикуйте в своей повседневной жизни общение с Богом. Как у Даниила.
Ай рогос дамис. Это было жизненно необходимо. Виспис схомем сеули аутсилебоба йос. Как дышать? Ай титкос ай ромда исунхо, исет аутсилебоба. Практикуйте. Самое практикаши кхешховебаши. Утетоба хмельста. Пус в нашей жизни. Да дай чуе слово. Авторитета. Таури авторитеты. Библия. Игос мина. Менти ситва. Как Господь. Да хэнцуанелуба. Пус в нашей мысли. Чуэни азреби. Игос дакавэгули миси ситва. Миси не бише суле. Не тогда. Да маши. Бог мира. Шуидо виси. Хмельти игнеба чуэн. Слава. Что у нас доминирующие мысли. Чуэши доминировали азры. Его слава. Его слава. Миссия неба, миссия. Аминь. Аминь. Давайте. За те обетования, Отец, которые мы имеем в Сыне Твоем, Господь Божий вечный, за Твое Слово благодарим. Все держите. Мы живем в последнее время. Это сложное, это коварное, это трудное время. Мы молим и просим, Отец, мудрости. Мудрости духовных и физических сил, Господь. Чтобы были бодрствующие, чтобы, Господи Боже, припоясаны были честно ума нашего, чтобы мы были вооружены мыслью о том, чтобы нас не крестили, чтобы, Господи Боже, помышляли о Твоем Слове, больше имели общение с Тобой, имели эту духовную рассудительность, эту способность. Этот навык, этот опыт развлечения между лестью и истиной, между обманом и правдой. Благослови нас, Господь, Всевышний Бог, чтобы Господь, пройдя этот путь, помогли войти в небесный мир. Благослови каждого из нас и помоги. Хвала Тебе. Благодарим Тебе за все. Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.